Не дети, мы сами себе не простим, что если они останутся у вас здесь. Нельзя оставлять в таком виде. Боже, младшему ребенку еще 3 лет нет. Какого? Сейчас. А? Где он живет-то, с вами? Да. Почему малышка боится? Малышка, иди сюда. Ну, выходи, не бойся. На, вот конфетку тебе, вылезай. Мы тебя трогать не будем. Срочные службы будут в московском гарнизоне. Это касается только московского гарнизона пожарной охраны из числа всей России. Будут служить солдаты у нас до 97-го года. И вообще у нас практически нет таких институтов, которые именно с домашними проблемами можно обратиться, потому что милиция — это, ну, милиция, ну, естественно, они приезжают на вызовы, но как бы обычно дальше дело не идет. Скажите мне, что с вами случилось. И вам сейчас очень трудно. Пожалуйста, я слушаю вас. Лен, ты, значит, сначала Диме звонишь ты и говоришь, что он обещал посмотреть этого ребенка. Дальше главное, колодно. Women have no support from the state. I mean, in the police, in the court. And there is no any social support for women. And at the same time, public attitude is to blame women, to say them that it's their fault. They were not able to create good relationships in the family. Я обижал, конечно. Да, вы считаете, что это правильно? Нет, конечно, неправильно. Но вы потом жалеете? Ну, естественно, потом про трезвее жалеешь. А... По-всякому бывает. Ну, все-таки. По-всякому. Но вы считаете, что это как раз метод решения конфликта? Нет. Нет. Это просто мужская глупость. Эти срывы возникают от той жизни, которая у нас есть. Это беззаконие. Это абсолютно бесправовое государство, где нет, не соблюдается права человека абсолютно. Который приняла согласительная комиссия. Успех, отличная ситуация. Хорошо, если вы возражаете, председатель. Та острая социальная ситуация, которая сложилась в России, она во многом определяет. Вот исход такой насилия мужского, это как вот один из всплесков своей неудовлетворенности мужского положения. Одного мы отсюда выставили, брата двоюродного.